Illuvium – это фэнтезийная боевая игра с открытым миром, построенная на блокчейне Ethereum. Illuvium часто рекламируется как первая игра уровня AAA на Ethereum. Игра стремится угодить как обычным геймерам, так и заядлым фанатам DeFi, для которых предусмотрен целый ряд возможностей для коллекционирования и торговли. А курсы и статистики этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Мир Illuvium населена существами, известными как Illuvialы, которые могут быть захвачены игроками, которые их побеждают в битве. После этого они становятся верной частью коллекции игрока и могут быть использоваться в битвах с другими искателями приключений в рамках игрового процесса Illuvium. Игра представляет собой смесь исследовательской игры с открытым миром и боевой игры PvP. Игроки могут сами выбирать, как распоряжаться своим временем, исследовать просторы игрового мира или создавать команду мощных монстров. Illuvium находится в разработке с 2020 года и создается глобальной командой из более чем 40 человек, включая соучредителей, серийного предпринимателя и одного из первых приверженцев криптовалют Кирина Уорвика и опытного геймдизайнера Аарона Уорвика. Токен ILV является ядром экосистемы Illuvium. Это основной токен, используемый для награждения игроков за игровые достижения. Он дает игрокам право на свою долю в Illuvium Vault и используется для участия в управлении игрой через децентрализованную автономную организацию Illuvium DAO. Хотя в Illuvium есть элементы на блокчейне, он больше похож на полноценную видеоигру. Доступ к нему осуществляется через загружаемое настольное приложение, но вокруг него есть ряд поддерживающих его приложений DeFi, включая ферму доходности. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Игроки бродят по ландшафту Illuvium, сражаясь с Illuvialами и другими игроками, участвуют в квестах и ежедневных испытаниях, а также проходят общую сюжетную линию. На протяжении своего путешествия они собирает Illuvialов с разными характеристиками. Какие-то из них более редкие или полезные, чем другие, а и от того важнее для игроков. Каждый Illuvial представлен уникальным невзаимозаменяемым токеном NFT и может свободно продаваться на внешних биржевых платформах и на безгазовом IlluviDex. Они также могут быть слиты в более мощную форму и поступать в нормальных голографических и темных голографических вариантах, значительно более редких. В игре будет множество источников доходов, в основном получаемых от внутриигровых покупок предметов, создания компонентов, создания косметики и лечения осколков. 100% этого дохода распределяется в качестве вознаграждения тем, кто размещает токены ILV в стейкинг через систему обратного выкупа ILV. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.